Сегодня в Москве простились с Владимиром Захаровым, балетмейстером, основателем и руководителем театра танца «Гжель». Большое влияние оказал Владимир Михайлович на хореографическое искусство нашей области. В начале 70-х годов работал руководителем методического объединения хореографии Кировского культпросветучилища. Был главным балетмейстером ансамбля песни и танца «Искорка» Котельнического района. Умер первый балетмейстер Кировского ансамбля «Искорка». Его хореографические постановки и по сей день сохраняются в коллективе. Это, конечно, незаурядная личность. Это, конечно, очень творческий человек. Вот. Он оставил в золотом фонде нашего ансамбля прекраснейшие художественные полотна, вокально-хореографические композиции, совместно сделанные с народной артисткой Прокошиной Александрой Васильевной. И, конечно, этот человек будет жить в памяти «Искорки» и в делах «Искорки» вечно. Творческая дружба связывала Владимира Захарова и с театром балета города Кирова. В 2010 году он поставил балет «Васнецовская сказка» по мотивам творчества художника Виктора Васнецова. В течение многих лет на Вятской земле проходил всероссийский праздник танца на приз Владимира Захарова. Память о замечательном хореографе и педагоге останется и в его замечательных постановках.